Полным ходом в настоящее время идет муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников в Краснодарском крае. Участвуют в этом мероприятии учащиеся с 7 по 11 класс, которые показали лучшие результаты на школьном этапе. Смотрите наш репортаж на эту тему из 17-й школы. Человека всегда интересовало, что представляет собой мир, в котором мы живем, какие явления скрываются за россыпью звезд, украшающих ночное небо. В ходе астрономических исследований перед людьми не раз возникали серьезные загадки, а поиски ответа на них углубляли наши знания о Вселенной и помогали успешно решать чисто земные задачи. Астрономия – одна из важнейших наук об окружающем нас мире. Поэтому ребята, которые увлекаются этой удивительной наукой, с радостью участвуют в олимпиадах, видя в них отличные возможности не только узнать как можно больше в ходе подготовки, но и показать свои знания и умения. Это очень интересно, изучать разные науки. Я участвовал в олимпиадах практически по всем предметам и для этого изучал дополнительную информацию, ходил в библиотеки, изучал интернет-сайты. И вот сейчас прошел на муниципалитет по астрономии. Эта наука, в принципе, очень интересна и познавательна. Она завораживает своими тайнами и загадками. Мы изучаем, как появилась наша Вселенная, что такое звезды, как, в принципе, все работает. Астрономия – это сейчас очень важный предмет, так как много профессий сейчас связано с космосом. Многие сферы направлены именно на космос, на развитие космической сферы, чтобы отправлять людей в космос. Олимпиада помогает узнавать, расширять свой кругозор, узнавать что-то новое, показывать свои силы в этом предмете. Также олимпиады помогают при поступлении в институты, так как олимпиады очень ценятся. Из-за ограничений по причине коронавирусной инфекции муниципальный этап проходит в онлайн-режиме. Для участников олимпиады созданы все условия, чтобы они могли спокойно поработать и продемонстрировать все, что они знают. Все организовано в строгом соответствии с правилами проведения и, конечно, соблюдается информационная безопасность. Все олимпиады у нас проходят онлайн, то есть на определенных платформах. Школьный тур был на платформе Sirius, а сейчас у нас цифровое образование. Каждый ребенок заранее регистрируется на этих олимпиадах, получает свой персональный код. И сегодня, вот они когда придут, они по своему персональному коду заходят на цифровое образование. У каждого свои определенные задания, и они выполняют. Сегодня у нас олимпиада по астрономии, завтра вот олимпиада по химии. И так каждый день олимпиады. В 17-й школе хорошая традиция олимпиадного движения. На счету учащихся немало реальных достижений. У нас есть и призеры, и победители муниципальных туров. Немножечко труднее было в прошлом году, потом, когда мы только начали переходить на цифровые платформы, пока дети привыкли. Ну, пришли пока только один итоговый приказ муниципалитета, это биология, где у нас 9 призеров. После подведения итогов и получения результатов самые сильные участники представят Славянский район на предпоследнем региональном этапе олимпиады. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».